Молдове сразу в нескольких районах объявили красный код по коронавирусу. Вспышка в Кишиневе и не только. Новый штамм «Омикрон» атакует. Накануне в Молдове почти 2000 новых случаев заражения коронавирусом. Заболели 120 медработников, 20 человек прибыли из-за границы с ковидом. Сейчас в соседней стране коронавирусом болеют более 13 тысяч человек. Власти планируют ограничения. Студентов на удаленку. В поликлинике и дневные стационары доступ запрещен. В ресторанах и кафе заполняемость 50%, при этом у посетителей уже сейчас требуют сертификата вакцинации. Накануне Молдова обновила список стран в красной зоне. Оттуда можно въехать только по результату ПЦР-теста, даже если есть сертификат о вакцинации, иначе самоизоляция. При этом в соседней стране все равно фиксируют до двух десятков ввезенных коронаслучаев в день.